Вы смотрите самые интересные новости Роскосмос. 30 января 2016 года в соответствии с программой полета телекоммуникационный космический аппарат Eutelsat-9B штатно отделился от разгонного блока BRIS-M на целевой орбите. Космический аппарат Eutelsat-9B предназначен для цифрового телевещания и передачи данных в Скандинавии и странах Балтии. Спутник изготовлен французским оборонно-космическим подразделением европейского концерна Airbus Group. В Куб-Ценки, центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, сформировала реестр туроператоров для сотрудничества в рамках проекта по развитию наземного космического туризма на космодромах Байконур и Восточный. Это означает, что 40 туроператоров получают официальную возможность организации туристических поездок на космодромы Байконур и Восточный. Из них 26 туроператоров из регионов России, 7 из Республики Казахстан и 1 из Узбекистана. Рано Джураева, исполняющая обязанности генерального директора КУБ Ценки, сказала: «Развитие наземного космического туризма, безусловно, будет способствовать популяризации космоса и повышению интереса к деятельности отрасли в целом. Конечно, услуги будут оказывать туроператоры, ведь наша основная деятельность – качественная работа космодромов». Вы смотрели самые интересные новости Роскосмос.